Электровелосипед Axvolt Evolve 500W. Axvolt Evolve 500W – складный электровелосипед нового поколения. Легкий скоростной велогибрид с 14-дюймовыми колесами является отличной альтернативой автомобилю. Он идеален для поездок на работу без пробок, отдыха на природе, прогулок и активного отдыха. Велогибрид выглядит несколько футуристично, про него можно сказать, что это и есть транспортные средства будущего. Однако внешний вид не отменяет практичности и функциональности байка, в считанные минуты он складывается вдвое, чем облегчает транспортировку и хранение. Быстрый и маневренный велогибрид прекрасно себя чувствует на городских улицах, заполненных проходами. Он ловко объезжает преграды и мягко преодолевает неровности. Модель предусматривает три возможных способа езды с использованием одной лишь ручки газа на педалях в режиме обычного односкоростного велосипеда и в трехуровневом пас. Мотор помогает педалям. Спереди расположена яркая светодиодная фара, а сзади стоп-сигнал, что обеспечивает безопасность райдера в темное время суток. Axvolt Evolve есть в наличии в черном, белом, золотом и зеленом цветах. Эта модель – максимальный результат всех работ по всем существующим и существовавшим когда-либо моделям с подобной вертикальной системой складывания, которая позволяет катить в сложенном состоянии и делает максимально компактном при хранении. Отличия и преимущества от подобных моделей: единственная подобная модель, двухподвес, да еще и дополнительно с подпружиненным сиденьем, тремя амортизатора. Мягче подобной модели не существует. Самый мощный электровелосипед формата Sprinter, вертикальная система складывания, мощность 500 Вт 48 Вольт, максимальная, пиковая, мощность 1000 Вт, и быстрый, до 25 км в час на электротяге. Единственная подобная модель, у которой прямой привод Direct Drive, без шестеренок и редуктора, просто магнитная обмотка, это надежно. Колеса, 14-дюймовые литые диски. Единственная модель с барабанными тормозами спереди и сзади. Это самое эффективное решение, качественно тормозит при любых условиях, в отличие от дисковых в дождь, не истирается со временем, как в браке прижимные, механическая надежность при запрыгивании на бордюры, в отличие от дисковых, которыми можно зацепить об бордюр, особенно на 12-дюймовых дисках. Единственная подобная модель, у которой нет люфта сиденья при движении, другими словами, сиденье не шатается. Благодаря этому передвигаться гораздо комфортнее и максимальная нагрузка реально может быть превышена указанной за водство в 120 кг. Единственная подобная модель с рекуперацией и подзарядка аккумулятора во время каждого торможения. Складывается в вертикальном положении с помощью электронной системы складывания, дополнительная кнопка на корпусе. Процесс складывания занимает 1 секунду без использования каких-либо инструментов и усилий. Складная рама, складная рулевая колонка, складные ручки руля, складный телескопический подсидельный штырь, складные педали. При увеличенных литых дисках на 14 дюймов и наличии полной подвески по-прежнему легкий, вес 22 кг. Самая большая энергоемкость аккумулятора среди подобных моделей 499 2 Вт в час, 48 Вольт и 10,4 Ампер в час, максимальное расстояние на одной зарядке до 50 км. Единственная подобная модель с боковой защитой коммуникационных проводов на заднем колесе, задний фонарь с питанием от батарей, безопасный режим, защита от случайного нажатия на ручку газа во время стоянки, чтобы тронуться с места, необходимо одновременно с газом нажать на зеленую кнопку или начать крутить педали и одновременно нажать на ручку газа. Мобильный, нет необходимости тащить в сложенном виде, как другие модели складных электровелосипедов, которые складываются пополам, можно просто катить. Разрешается транспортировка в метро и электричках. Технические характеристики. Мотор, задний, мотор, колесо, Direct Drive, прямой привод, без шестеренок и редуктора, просто магнитная обмотка, это надежно. Мощность мотора 500 Вт 48 Вольт, максимальная мощность 1000 Вт. Аккумулятор литий-ионный, на раме, быстросъемный, литий-ионные элементы, произведенные на Тайване по лицензии Panasonic. Емкость АК 499 2 Вт в час, 48 Вольт и 10,4 Ампер в час. Время зарядки АК около 6 часов. Максимальная нагрузка до 120 кг. Максимальная скорость до 25 км в час. Максимальное расстояние на одной зарядке до 50 км. Колеса 14 дюймов, литые диски, вес 22 кг. Рама алюминиевая, складная. Система ПАС, режим помощи педалированию, индикатор заряда батареи на руле, режимы передвижения, режим с использованием только ручки газа, режим обычного велосипеда, режим ПАС, помощь мотора при вращении педалей, режим рекуперации, подзарядка батареи во время каждого торможения, половинчатая ручка газа для удобства маневрирования, безопасный режим, защита от случайного нажатия на ручку газа во время стоянки, чтобы тронуться с места, необходимо одновременно с газом нажать на зеленую кнопку или начать крутить педали и одновременно нажать на ручку газа, тормоза, передний, барабаны, задний, барабаны, двухподвес, амортизатор передний, телескоп. Копическая вилка, амортизатор посередине, пружина, комфортное мягкое сиденье, регулируемые по высоте, подпружиненный подсидельный штырь Pro Max, руль складный, регулируемый по высоте, педали складные, крылья есть очень прочные, качественный пластик, передняя светодиодная фара, задняя фара, на заднем торце аккумулятора два режима включения, горит постоянно или мигает, задний катафот, подножка боковая, звуковой электронный сигнал, быстрая система складывания, при нажатии на кнопку сбоку внизу зеленого цвета автоматически быстро и легко складывается, индикатор заряда батареи на руле, защита цепи, боковая защита коммуникационных проводов на заднем колесе. Габариты в рабочем состоянии: длина 128, высота 103 и ширина 30 см. Габариты в сложенном состоянии: длина 75, высота 86 и ширина 30 см. Габариты в коробке: длина 77, высота 88 и ширина 30 см. Всем удачи!